Четвертое место по оценкам журналистов занимает камышинский страйкер Полстянов, который обошел Велышева на 0,1 балла. Ему удался первый в этом сезоне гол через себя в падении. Это случилось в Сочи, где принято загорать. Полстянов получил удобный пас на Талушко, и его прямо потянуло принять горизонтальное пляжное положение. Получился удар через себя. Полстянов четвертый, но в девятке есть и более высокие места. Внимание! Лидирующая тройка далеко оторвалась от остальных.